В общем, я практически готов к ловле. Уже близится рассвет, но пока еще темень. Жду, сейчас чуть-чуть немножко рассветет, я попью чай. На донке не клюет. На удочку два раза что-то дернуло. Но это что-то я не вытащил. В общем-то и все за час рыбалки. Поймался первый подлещик. Причем на донку, где стоит просто груз. Не знаю почему, как. В общем, клюнул. Уплыл на то место, откуда я предположительно вытащил подлещика. Ну, то есть стал чуть дальше. Вот попался бирючок. Сейчас будем смотреть, что будет дальше. Начали клевать брюки. Опять на, в общем, на просто груз. Не кормушка. Ну, поклевывает так, более-менее. А вот на кормушку почему-то вообще ни одной поклевки не было. Асимметричная петля стоит. Короче, не знаю, в чем прикол, но клюет только на нагрузку, на обычный, в общем, груз. Вот у меня кормушка с симметричной петлей стоит, вообще ничего не клюет. А на обычный, ну, на обычный груз, на обычную донку клюет. Подлещик, вот бирюк, в другую сторону решил побросать, в сторону берега. Ну, в общем-то, эффект один и тот же. Поймался бирюк. Посмотрим, что будет дальше. Начали опять поклевывать. Чуть-чуть потеплело. Бирюк начал браться. А подлещик почему-то перестал ловить. В общем, погнали клевать бирюки. Ну, какие-то не очень большие, но клюют. Уже радостно. Супер, пескаря поймал. 1000 лет их не ловил. Надо отпустить. Вместе вот с этим товарищем поймалось еще вот что. Раз груз, два груз, крючки, ловок еще какой-то вытащил. В общем, все сразу. И еще один берег. Клюют бесконечно. Но это не может не радовать.